Сегодня у меня будет мое первое ограбление. Вы что думали, я на ограбление собираюсь лучше, чем на какую-то свиданку с тёлочкой? Дезидерант взял, духи взял, лом взял, хорошее настроение взял, подписку от тебя... взял? Подписан? Если не подписан, подпишись. А если не подписан, то я завтра твой дом ограблю. Угу. Но перед тем, как потопать, свет вырубить, чтобы электроэнергию не жрала, перед тем, как потопать, я с собой возьму вот эту тележку, потому что мне нужно доехать до Степаныча. Мне нужно купить себе гаечный ключ, потому что как-то все же мне нужно убить охранников, которые охраняют дом богатого школьника. Их нужно вырубить и только потом пробраться в дом богатого школьника. Баблюб? Чё за тачка? Баблюб. Ля какая! Баблюб, но я на вот этой тарантайке вряд ли смогу доехать до вот этого, до Степаныча. Подкиньте, подбросьте, пожалуйста, это ваша или чья это? Если какого-то нашего нового соседа, который припарковался посередине дороги, дебил, то я сейчас эту просто тарантайку старотыбзи у него. Сын дал на время. Сын! Чё-то ваш сын как-то слишком раскошелился. Баблюб, подкиньте, пожалуйста, до Степаныча, если вам, конечно, не взападло. Подбросите? А то мне просто топать туда сейчас минут 10-15. А вот на вашей тарантайке сразу домчимся, долетим, как пуля за 2 минуты. А когда борщ придешь поесть? Баблюб, ну я честно, я сегодня хотел собираться покушать борщ, к вам прийти, но времени нет, вообще нет. У меня сегодня важная миссия, важное задание. Вот видите, балаклаву постирал, больше не воняет тухлыми яйцами. Воняет дезодорантом. Мужская сила, черная ночь. Черной ночью, короче, воняет. Не придешь, насру под дверь, милок. Срать под дверь. Баблюб, не надо срать под дверь. Ну я ж пообещал. Мы же с вами в предыдущей серии кучу продуктов добыли. Вот, завтра приду. В следующей серии вот прям 100% приду. Вот придем к ней в следующей серии. Я надеюсь, что придем. Ты борщ хочешь? Напиши в комментах, если любишь борщ. Я вот люблю. Обещаю, да, баблюб. Ну нет времени, нет времени. Давай, обещаю, приду в следующей серии. Вот, тогда сажусь. А можно быстрее баблюб как-то? Это максимальная скорость? Нет? Так давай максимальную, наваливай боком, баблюб! Шесть километров в час. Мне кажется, я бы пешком быстрее бы добежал до Степаныча. Чё-то вам... ваш сынишка вас, наверное, не любит, если он вам такую тарантайку подогнал. Он вам в подарок её дал или на время погонять? Чё-то... Ладно, всё, я пешком побежал, вы просто подъезжайте к Степанычу, потом обратно поедем. С ума сойти! Да она еле как едет, вот смотрите, я вас реально сейчас обогнать смогу. Опа, 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 давай, попробуй догони, баблюб, давай, давай! Да, конечно, тарантайка еле как едет. Не, вообще никак. Припаркуйтесь вот здесь, я сейчас приду. А, подожди, баблюб! Притормозите лошадей. Баблюб, у вас есть разменять штукарь? Штукарь разменять вот мне нужно по пятихатке. О, да, дайте, пожалуйста, а то Степаныч не принимает штукарей, он только по пятихатке принимает. Опа, спасибо, баблюб, спасибо. Все, я сейчас приду, мне нужно гаечный ключ купить, чтобы всяким чертям наваливать. Мужик, сигареты есть? Пацаны, я не курю, я не курю, давно бросил, вот в детстве как-то было, все, я больше не курю. Вот. Пропустите к Степанычу, а, что один, что другой. А косарь есть на сигареты? 500 рублей есть? Так вы определитесь, дебила, или косарь, или 500 рублей. Нет у меня ничего. Вот, ничего нет. Я к Степанычу, пропустите к Степанычу. А если так? Ладно. Все. Свое очко дороже штукаря будет. Держите на сигареты, вот. Какие-то дорогие у вас сигареты за штукарь. Все, я прохожу, да? Лучше я с вами, черти, не буду возиться. Пока.
хотя бы второй штукарни забрали. Степаныч, ты как бы полицию вызывай, я не знаю, у тебя тут черти вот эти гопарские возле вот гаража тусуются. Так, мне нужно купить гаечный ключ. Я прямо сейчас покупаю гаечный ключ. И мне бы еще бинокль купить. Степаныч, у тебя не будет 500 рублей по сотке? А то бы я бы разменял бы и купил бы бинокль. Нет у тебя случайно здесь где-то? А то я бы... О, так ты предусмотрел обмен. Так, я ставлю тогда пятихатку и забираю 500 рублей по сотке. Покупаю у тебя еще бинокль. Бинокль тоже, в принципе, пригодится. А гаечный ключ, у него 6 урона. У лома 3 урона, у гаечного ключа 6 урона. Поэтому спасибо большое, Степаныч. Так, сейчас я с этими сволочами разберусь. А если дезодорантом в лицо? Гони еще, косарь, нам не хватает. Не, на вас, черти, это даже не работает. Или в харю. А, короче, кто хочет косарь? Кто косарь хочет? Кто хочет косарь? Я хочу. Ага. Кто еще косарь хочет? Ты хочешь косарь? Ну смотри, я ему черепушку одним ударом проломил. Видишь, у него тут даже башка повернулась в другую сторону. То есть у него лицо сейчас смотрит в пол. Хоть он прямо лежит. Чё за дичь? Я ему реально весь череп сломал. В лицо хочешь? Быстро мой штукарь вернул! Быстро штукарь вернул, который ты у меня забрал! И вот этого шкита своего кармана тоже обчисти. Может, у него тоже бабло есть. Давай быстро! В трусы тоже загляни, может он вот это в труса. Опа, опа, опа! Быстро сюда, бабки, быстро! Спасибо большое. А мелочь не найдется там, я не знаю. 200 рублей. Не найдется? Ага, хорошо. Ну, будете знать, габари прокляты. Ну, вот реально. Гаечный ключ, вот это дело. Так, бинокль работает. Как бинокль? Опа, баблюп, у вас только два зуба, вы знали? Опа, ну бинокль реально хорошо приближает. Бабуль, помашите головой. Молодец. Так, ну вы тут, черти, валяйтесь. Степаныч, там бы скорую помощь вызвать. У тебя тут трупака два. Ну как трупака? Ну, без башки остались два чувака. Угу. Баблюб, собирайте манатки, сваливаем с места преступления. Гаечный ключ работает на ура. Садитесь. Опять полчаса, что ли, домой добираться? Стоп! Тележку не сбейте, стоп! Пока доехать, можешь реально сдохнуть. Так, это на голову. Опа, все хорошо, гаечный ключ в руку. Давай, баблюб, грейте борщик, да. Я приду, давай, баблюб, удачи вам, удачи. Тарантайка жесть просто, реально, на ней доехать невозможно. А прямо сейчас я отправляюсь к нашему миленькому, дорогому школьнику, который живет вот в этом доме. Ядрить, колотить, это, наверное, самый элитный дом, который существует не то что на этой планете, но в этом городе 100%. Если ты не знаешь, кто такой богатый школьник, пока я приближаюсь к его дому, посмотри обязательно предыдущую серию. Потому что у этого богатого школьника там и Ламборгини, и Порше в гараже, и просто куча бабок. Он ходит просто так бабками раскидывает по улице. Посмотри обязательно предыдущую серию. Опа, подсказочка, нажимай на нее, если не глиста канализационная. Господи, я каждую серию какие-то новые погоняла придумаю. Короче, смотри, а я приближаюсь вот сюда. В первую очередь мне нужно шандарахнуть вот этих охранников. Ну сразу видно элитный район, вот здесь реально элитный. Здесь у нас газеты раздают, здесь у нас проспект Ленина 53. Угу. Подождите, а где живет-то этот мелкий? Мне нужно проследить за ним. А! Так, его хата сразу же выделяется, мне кажется. Вот у него шторы дорогие, заморские шторы, наверное, из каких-то там бархат турецкие. И вот его вот этот байк. Так он вот 100% вот здесь живет. То есть это раз, два, три, четвертый этаж. Пацаны, не подскажете, где здесь аптека? Меня баба Люба меня загнала, где здесь аптека поблизости? Баба Люба недавно купила в аптеке предел форте. Не зашел, отравление. Вот попросила пойти в аптеку купить ипохуин, ну, лекарства такие, вот. Не подскажете, вот, возможно, там внутри, ага,
пацаны. Не подскажете, где реанимация здесь? Травмпункт, травмпункт. А то недавно туда поступили два гопаря с проломанным черепом. Сейчас еще два охранника с проломанным черепом тоже туда поступят. Опа! Опа, иди сюда! Не! Не! Один! И ты тоже! Давай, 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 давай! Гаечный ключ! Опа! Ну, нар... Чё? В этом доме Гарри Поттер живет, я что-то не понимаю, что... А-а-а! Чё за магия вне Хогвартса? А, я все это время у себя на башке тележку носил. То есть я вот так ходил, подошел так к охранникам и спросил, нет ли поблизости аптеки. Наверное, нужно было спросить, нет ли поблизости психушки, а то они, наверное, подумали, что я реальный псих. Опа. Опа. Так, четвертый этаж. Вы только посмотрите, какой кошерный подъезд. Вот когда я наворую... Ну, в смысле, когда поднимусь, когда буду уже богатым, вот. Я 100% куплю себе хату вот в этом доме. И телефоны в подъездах, и план эвакуации, и куча мусорок. Да вы посмотрите только, и ковры кошерные, заморские, турецкие. 100% сюда нужно будет переезжать. Так, беру тележку и сваливаю сразу же на четвертый этаж. Вы спросите, зачем мне тележка? Это план отступления. Если все же меня спалит полиция, то я от них уеду на вот этой тележке. В любом случае, тележка намного быстрее будет, чем вот та тарантайка Бабы Любы, на которой мы только что поехали к Степанычу. Так, вот это четвертый этаж. 42-я квартира. 7:30 утра. Не зря я утром сюда приперся. Родаки этого шкалотрона 100% на работе. А шкалотрон-то еще спит. Не ваше дело. Дело-то хоть и не мое, но я сейчас эту квартиру ограблю. Так, как... Отмычка, отмычка. Так. Есть кто дома? Дома кто есть? Опа. Вроде все спят. Ой, да хватит, Кай. Если кто-то выйдет из-за угла, я ему сразу же шандарахну гаечным ключом. Надеюсь, что дома никого нет. Так, сразу же. Лом в руку. Пока никто не видит, пока никто не слышит, я как бы Семёнычу тоже смог... А, не Семёнычу, а Ашотику, братику, бизнес у Ашота. Я же Ашоту продавал вот эти лампочки. Точно. Сразу же со входа нужно смотреть, что я могу стартыбзить. Свет больше не включается. Зонтики, да ну нафиг. Стулья, ну тоже какие-то кошерные занавески, но я и шторы, я не буду их тараторить. Так, аквариум я фиг унесу, эти часы я тоже фиг унесу, надорвусь. Да почему я эту тележку за собой-то везде таскаю? Сейчас я ее запрячу на балкон, если что, это путь отступления, вот сюда. Так, опа, опа, еще одна лампочка, еще одна лампочка. Так, 4 лампочки по 50 рублей, это уже у меня в кармане 4. Так, не надо орать, не надо орать. Так, средний телевизор, ну да, он, конечно, небольшой, но все же сгодится. Так, телевизор есть, лампочки у меня есть. Вентилятор я не буду брать, цветы не буду брать, здесь больше, в принципе... Вот эта лампа! Зачем я с собой лампу буду эту таскать? Вот это тоже пускай здесь будет так. Но не буду же я у ребенка тараптыбзить его вот этот трехколесный велосипед, но я уже тоже не изверг, да? Опа, лампочки. Свет нужно вырубить. Еще одна лампочка. Еще одна лампочка. И здесь еще одна. Так, сколько у меня уже лампочек? У меня вот... Не, ну это 100% подделка, но я уверен, что... Да ну! Ну видно же, что подделка, да не может быть это настоящая Мона Лиза. Мона Лиза в советской квартире? Конечно, да? Ага. Подделка. Цветы. Здесь рояль. Ну дома точно никого нет. Опа! Опа! Здесь еще один балкон на балконе. На балконе тоже нифига нет. Здесь у нас... Ну рояль я точно фиг вынесу. Старые часы я брать не буду. Я тоже не буду брать.
Опа! Обручальное кольцо! Да эта фигня-то может стоить прям реально целое состояние. Обручальное кольцо, так валим. А где комната мелкая? У него 100% там макбуки всякие, компьютеры, айфоны. Это же богатый школьник. Вот здесь постер Бэтмена. Опа. Опа, так. Мать моя. Так он же дегенерат, он Фейса слушает. Ты себе не того кумира выбрал, придурыш. Спи, баю-баюшки-баю. А если вдруг проснешься, то я тебя дезодорантом усыплю заново. Так, тянуть кота за яйца мы не будем, он скоро уже будет просыпаться. Ему уже скоро в школу. Ля, ты посмотри, у него фанка-поп Бэтмена! Да если бы мне кто-то по фанка... Да у него фанка-поп Бэтмена, у него постер Бэтмена. Да смотрите, я в майке Бэтмена сегодня, я фанат Бэтмена. Мне бы кто-то так дарил фанка-попу Бэтмена, как ему дарят. Ну ладно. Комиксы, будильник, компьютер. Мелкий, ты дурак? Кто ставит компьютер возле батареи? Компьютер же нагреется и перегорит. Поэтому я сделаю благое дело, компьютер я себе заберу. Эдисон Робин Гуд. А, монитор тоже себе заберу. Так, фанкопоп я оставлю, фанкопоп святое дело. Постер Фейса можешь себе сраку им подтереть, когда пойдешь на туалет. Ты посмотри, сколько у него здесь игрушек. Может, эти все игрушки... Ну, это уже слишком по-изверски, если я у него игрушки заберу. Будильник тоже себе оставь. Камера. Перед тем, как свистнуть камеру, я свистну у него лампочки. Блоги, да это старая камера, да она будет стоить, ну, рублей 100 максимум. А, ладно, 100 рублей тоже бабки, поэтому я заберу. Блогеры недоделанные, столько у вас блогеров этих развелось, с ума можно сойти. Так, будильник, Куда? Чё он так рано встаёт? Так, на балкон спрячь! Кто здесь? Никого! Заткнись, дебил, никого здесь нет! Ой! Здесь никого нет, да... Еще кто-то в двери звонит! Кто в двери-то звонит? Кто? Ура, мама и папа пришли. Ни хрена это не ура на самом деле! Мама, папа пришли! Какие? Мама, папа, 8 утра пришли, ребенок! Тебе в школу отправляться! Какие? Мама, папа, у нас кто-то в доме. Что? Ой. Я надеюсь, что они на балкон сюда не зайдут, свалят потом опять обратно на работу, я благополучно выйду в подъезд и просто свалю отсюда, потому что если они меня застукают на балконе, это будет жопа. Может им вернуть это все барахло и просто сказать то, что я электрик, там пришел починить им лампочки. Сын, что украли. Ничего не украли, телевизор, компьютер всего лишь, там обручальное кольцо украли, все бабки, которые... Точно у них же в сейф еще где-то мог быть, я бабки еще в сейфе мог найти. Ладно, я не обращал внимания, потом посмотрим. А чё мне это делать? Посмотрите на балконе. Вот и вся жизнь перед глазами пролетела. Чао, бомбина, до свидания! Кусты, спасите мне задницу! Чё от меня переломало после этого приземления? Помогите! Аж тележка в землю воткнулась. Спасите! Спасите! Ой, неудачно я какое-то ограбление сделал. Сейчас больше, наверное, потрачу на медицинское обслуживание. Чё смотришь? Скорую вызывай, я тебя попрошу. Ой, как позвоночник-то защищает. Ребят. Напишите Катя. Или...
Напишите кому-то, чтобы пришли за мной. Пожалуйста, 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 как можно скорее. Бабе Любе напишите, пожалуйста, бабе Любе напишите в Твиттер, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. И быстрее лайк поставьте, я не могу это уже терпеть. Набираем 20 тысяч лайков, обещаю, сразу же выпущу новую серию. Я надеюсь, что меня кто-то в больничку заберет. Да помогите, ради... Плохой с меня какой-то грабитель. Максимум, что я могу делать, это бабы Любы... пенсию воровать. Ну вот я вляпался в говнище, конечно.